Ребят, привет! Представляю вам один из вариантов практики Сурья Намаскар. Приветствую Солнцу. Она делается утром или в любое другое время, когда вам нужно разогреть тело, включиться в повседневных забот, почувствовать тело, почувствовать дыхание свое. Значит, что здесь важно? Первые мы сделаем три круга. Первые асаны делайте как так лениво, не стараясь войти глубоко. То есть важно сейчас синхронизировать движение и дыхание. То есть делаем вдох, движение какое-то, выдох. И постепенно, раз за разом, глубже, глубже заходите в каждый раз и мягенько там. Чуть-чуть паузу делайте, дальше. Мы как плывем, перекатываемся, плывем. Статических, в отличие от статики, это у нас виньяса, процесс движения и дыхания. Рассыпаемся. Давайте можно глазки прикрыть. Почувствуйте стопы. Вот он, на подошве. Качнитесь чуть-чуть вперед, почувствуйте, что включается в теле, почему оно не падает. Чуть-чуть назад, правую, левую стопу почувствуйте. Дальше. Прикопчиком, мягенько, чуть-чуть вниз подтягиваем таз, подтягиваем поясничку. Не напрягаем ее, чуть-чуть вытяжение. И представьте, что за макушку привязана такая тоненькая ниточка. И кто-то мягенько нас за эту ниточку утягивает вверх. Голова, шея. Нас уходит и вытягивает сюда вверх. Плечи, руки, пальчики стекают вниз. Почувствуйте весь позвоночный столб. Хорошо. И теперь три глубоких вдоха и выдоха. Хорошо. Почувствуйте все тело целиком. И вот эти ощущения не отпускайте. Ощущения от мышц. Все мышцы тела почувствуйте. Хорошо. Исходное положение. Начинаем. Делаем вдох. Выдох. Следующий. Вдох. Соединили пальчики, посмотрели на них. Тянули стенку живота. Выдох. Ставим пальчики справа-слева. Для этого можно присогнуть колени. Положить живот на бедра. Следующий вдох. Правая нога назад. Пяточку вправо назад. Колено левое вперед. Выдох. Перешли в верхнюю планку. И еще раз. Макушка в одну сторону, копчик в другую. Вдох. Колени вниз. Выдох. Грудная клетка, подбородок. Таз вниз, вдох, ножки вытянули, и мышцами спины потянулись, макушкой вверх, плечи внизу, мышцами спины, выдох, собака головой вниз, широко, ладошки припили, очередной вдох, левая нога вперед, широкий шаг. Макушкой за затылок вытянули. Ага. Выдох. Наклон. То есть лениво делаем сейчас, глубоко никуда не входим. Вдох. Выдох. Ощущение на ладонях. Вдох. Копчик вниз. Выдох.
Вот на бедра пригибаем. Голова висит. Вдох, левая нога назад, широкий шаг. Весь позвоночный столб вытягиваем от пяточки до макушки. Выдох. Вдох. Колени, грудная клетка, подбородок. Выдох. Таз вниз, макушка вверх. Мышцы спины, вдох. Ягодички крутят. Выдох. Собак головой вниз. Ладошки полностью на полу. Правая нога вперед, широкий шаг. Вдох. Выдох. Руки через стороны. Вдох. Спина круглая. И позвонок за позвонком переходим. Мягенький правильный. Выдох. Если чувствуете нагрузку на поясницу, не делаем прогиба. Просто вытягиваем ручки вверх над головой. Вдох. Копчик вниз, макушка вверх. Можно посмотреть на прыжки. Выдох. Второй круг пошел. Правая назад. Вдох. Все время пяточку назад, как на пик вытяжения. Выдох. Здесь вдох. Оттолкнулись ладошками от пола. Колени, грудная клетка, подбородок, выдох. Копчик чуть-чуть назад. Вытянули поясницу. Кобра. Мышцы спины. Вдох. Посмотрели ее. Выдох. Левая вперед. Вдох. Выдох на две месте. Мягнем глубже, глубже заходим. Вдох с круглой спины. Выдох. Вдох. Выдох. Левый назад, вдох. От макушки до пятки вытяжение. Выдох. Вдох. Выдох, вниз опустились. Грудная клетка между ладоней. Все отпустили. Расслабили. Таз вниз, вдох. От таза отталкиваемся. За макушку вытягиваемся вверх. Выдох. Правой вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.